Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о самых распространенных ошибках при уходе за хомяками. Хомяки – одни из самых популярных домашних питомцев. Эти зверьки привлекают владельцев своей милой внешностью и неприхотливым характером. Для того, чтобы содержание хомяка доставляло радость, а не приносило проблемы, необходимо избегать самых распространенных ошибок при уходе за этими грызунами. Давайте подробно рассмотрим их. Селить хомяка в тесную для него клетку – первая, самая распространенная ошибка. Эти грызуны очень плохо чувствуют себя в непросторных жилищах. Для хорошего психологического самочувствия им нужно личное пространство. Минимальный стандарт для жилища хомяка – 30 см в ширину, 40 в длину и 30 в высоту. Также, если вы не планируете разводить хомяков, лучше селить их по одному, а не группами. Большинство хомяков плохо уживаются друг с другом. Не заботиться о том, чтобы у хомяка были регулярные физические нагрузки – вторая ошибка. В клетке у хомяка обязательно должно быть беговое колесо, также не лишним будет и специальный игровой лабиринт. Кроме этого, важно регулярно выпускать этого грызуна на прогулки. Для этого лучше купить специальный прогулочный шар. Правильное несбалансированное питание – третья ошибка. Хомяки любят делать скрытые запасы, из-за чего нередко бывают склонны к набору лишнего веса. Старайтесь не перекармливать питомца. Специалисты рекомендуют кормить этих грызунов два раза в день. Большую часть суточной порции следует выдавать вечером, так как хомяки ведут ночной образ жизни. Основа рациона хомяка должна составлять сочная пища и сухой зерновой корм. Также важно не забывать о витаминных добавках и специальных минеральных камнях, с помощью которых хомяки могут стачивать зубы. Не заботиться о нервной системе хомяка – четвертая популярная ошибка. Хомяки ранимые и очень чувствительные грызуны. Хозяин должен заботиться о том, чтобы у такого питомца было как можно меньше стресса. Никогда не говорите громко и не делайте резких движений рядом с клеткой. Это может напугать хомяка. Проявляйте по отношению к питомцу максимум нежности и заботы. Забывать о том, что яркое солнце и высокие температуры могут быть смертельно опасны для хомяков – пятая ошибка. В дикой природе хомяки прячутся от солнечных лучей в норах. Эти зверьки очень плохо переносят жару. Помните об этом и не ставьте клетку питомца на солнечном месте или рядом с батареей. Таковы самые распространенные ошибки при содержании хомяков. Не допускайте их, будучи владельцем этого очаровательного грызуна. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!